Fresh Bar. 4 уникальных вкуса ждут тебя. От классики до банановой колы. Fresh Bar. Освежи эмоции. Всем привет, я Аня. А я Ксюха. И ты на Double Bubble. И сегодня мы постараемся пройти, попробуй не сказать, вау, челлендж. Наказания сегодня будут абсолютно рандомными. Мы будем тянуть их из вот этой шляпы. Здесь бумажек очень много. Кто проговорился, тот и тянет задание. Ну что, погнали? Погнали. Горшочек. А почему? Что он сделал с ним? А почему на две половины? И что, будет новый? О, нет. А, эй! Зачем? Красивая тарелка была. Вообще все... А, все хорошо, значит. О, боже. Кошмар какой. Сколько боли. Сколько ты это делал? Зачем ты это все ломаешь? Я не могу на это смотреть. Я тоже, мне прям плохо становится сразу. Ну, конечно, да. А, да, все. Сломает и все. Ужас. Ужас, ужас. Это было как-то не очень приятно. Какой-то кошмар. Ладно, смотрим следующее. Что это такое? Зачем ты режешь эту штучку? Подожди, а что это такое? А теперь она сшивается назад. Что это такое? Что сейчас было? Пенопласт или как это называется? Поролон? Это, по-моему, такая штука, с которой делаешь аэробику. Такая длинная колбаска. Зачем ее резать? Я не знаю. Ладно, но на самом деле выглядело очень залипательно. Давай дальше смотреть. Ой, я обожаю такие видосы. Да ладно? Нет. Ой-ой-ой. Зачем ты это все разбиваешь? У тебя же сейчас просто упадет эта башня. Подожди, смотри, не падает. А когда будет большой трэш? Большой бум. Стоишь на двух! Не-не, они просто вылились, по сути. Я понимаю, ну как это же, они же битые. Жесть. Все равно стоит на одной штуке. Жесть какая! Ой-ой-ой, я очень люблю такие видосы. Я очень люблю такие видосы, когда, короче, всякие бутылочки с лестниц пускают. Это очень странная штука, но мне прям так нравится. Они там какие-то разноцветные, там с уточками, с блесточками. Я постоянно залипаю, мне понравилось. А что ж ты тогда не сказала волшебное слово, раз тебе так нравятся эти видео? Пожалуйста. Включай следующее, давай, я готова. Как это красиво у него получается. А ты знаешь, как правильно вот эта штука называется, которая вот вырезает? Это типа станок? Ну, конечно, наверное. Он вырезает звезду, это вообще-то пила. Дисковая. Опасная штука. Ну, конечно, ну там если что, то все. Все? Ну, конечно, все. Какая красивая красная звездочка. Как он это собрал? О, это просто рай перфекциониста. Смотри под углом. Ну, конечно, она должна шевелиться, в принципе-то. О, вообще идеально, просто 45 градусов. Просто супер. Давай смотреть следующее. Я уже вижу, про что оно. Какой красивый. А внутри он еще лучше. Он сейчас будет вот так. Он прям выворачивается. Вау, как красиво. Еще больше. Ты посмотри, он на змею похож. А как они делаются? Давай сделаем такое. Я не знаю, как они делаются, но мне реально хочется эту штуку. Я очень хочу. Я понимаю, сколько долго можно делать эту штуку, но... Еще больше! А еще будет? Почему? Оно же типа все внутри. Оно все внутри было, а потом ты его раздираешь, и оно вот так вот. Как он был шариком и стал такой длинной штукой? Ой, еще чуть-чуть! Вообще офигенно! Такая классная, что я обожаю. Просто обожаю. А еще я обожаю тот факт, что кто-то проговорился. Не было. Было. Вау, как красиво! Отговорки не принимаются. Ой, да ладно, ладно. Сейчас я вытащу что-нибудь легенькое. Не обязательно же всякий трэш тут будет. Выпить стакан воды из туалета. Ну и жесть! Все готовы? Я да. Ой, как давно у нас этого не было. Там еще какая-то пена. Ой, ладно. Пожалуйста. Ой, что за гадость! Она еще и пахнет, Ксюша! Я не буду это пить! Я недавно в туалет сходил. Ты серьезно, что ли? Да ты вообще что ли? Я этого не знала, не смотри на меня так. Блин, там микробы. Ладно, короче, я быстро. Раз, два, три. Проглотай. Проглотала. Ой, мне плохо. И мне плохо. Тебе-то что плохо? Пьет она плохо мне. Так, ну что, передвигаемся к следующему видео, да? Так, ну на... О, почему сплошная гадость вокруг меня? Ой-ой-ой, я так обожаю это.
А где купить такую маску? Что, знаешь, вот прям нанесла и все, вот на все лицо сняла, все, у тебя на лице недостатков нет. А можно еще раз? Какой ужас! Ксюша, хватит еще смотреть раз на вонючие прыщи! Это не прыщи, это сальные нити! Ой, какая гадость! Обалдеть! А где реально такую маску купить? Так, следующая какая-то залипашка. Слайм какой-то? Что это такое? Так, это лента? Это двусторонний. А почему так тянется? Какой крутой! Блин, я хочу так попробовать. Это вообще что такое? Это же лента, да? Это типа скотч. Ну, типа скотча, да. Почему так тянется? Ой, прикинь, как его классно жмакать. Блин, офигенная штука! Где такой купить? Да, где такой купить? Следующий видос. Что она опять соскребает? Это, короче, бритва для бровей. Почему она бреет лицо? Она же женщина, правда же? Ну так что, у женщин тоже же есть волосики, ну типа пушок. А он твой пушок. У меня нету пушка. Есть. Ну типа он прям, ну он маленький такой. Нету. Есть. Я просто, у тебя он не заметен, потому что у тебя волосы светлые, она темненькая. У нее типа... Она бреет как бы ты... А это что она бреет? Это похоже на борода? Я сначала подумала, это пятка. Это борода? Че, я так тоже делаю. Что ты себе там бреешь? Не, ну, типа... Она нос бреет! Зато знаешь, как потом классно тональник ложится? Реально без шуток. Ты бреешься? Ну, типа, вот эти части иногда, да. Ну, у меня изо рта туалетом пахнет. У каждого свои причуды. Ладно, давай. Проехали. Смотрим следующий. О, это рыбка из Спанч Боба. Он очаровательный. Я тоже хочу так красить. Ты представляешь, это же какой релакс. Теперь это что, лак? Это непонятно. Как прикольно. Сочетание рисовашка. Да, это как это называется? Раскраска? Да-да-да. Ой, это губки фиолет. Губки фиолет. Как цвета Лейкерс. Сделаем вид. Сделай вид, что я поняла, о чем ты говоришь. Смотри, какой у него мягенький животик получился. А давай, какого цвета он глаза делает? Я думаю, синий. Зеленый. Так, это белый. А, да, так, 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 давай, какого цвета веки? Желтый. Потому что он вот такой. Это Саша до того, как выпьет кофе с утра. Точно. Как красивый. А в этом, а в стаканчике доктор Пеппер. Он как раз красненький, Какая залипашка, блин. Мне прям нравится. Я бы тоже такое рисовала. Итак, следующее видео. Это что-то... Что это? Это пыль. Апельсин. Вау, какой он сочный. Представляешь? Офигеть, сколько там сока просто невероятно. Как он этот... Он просто это выжил. Это как губка. С такого апельсина стакан сока вообще на изи, мне кажется, сделать. Ты такой вышел в огород с утра. Себе в рот прям. Не знаю, что туалетной воды попить. У тебя теперь травмы, я вижу. Ну, хочешь выпить? Нет, спасибо. Но тебе все равно придется что-то сделать, потому что ты вау сказала. Ты тоже, только что тебе тоже. Я тебя изобразила. Ну, сказала же. Ну, хватит, нет, это не считается. Разве? Считается, конечно. Один раз я тоже так прокололась. Я тоже тебе сказала, что вот ты сказала, и я тоже потом выполняла. Предлагаю так. Я тяну для нас обеих одно задание, и мы обе выполняем его вместе. Хорошо, только что-нибудь нормальное вытяни. Ну, я не помню, что здесь. Здесь очень много заданий, они здесь лежат очень давно. Так, есть бумажка. Что же здесь говорится? Сейчас. С ногтями тяжело. Ну? А, съесть огурцы из банки, которая стоит в холодильнике с прошлого года. Да ты чё, блин? Да что? Ну, блин, ну это же огурки. Тухлые! Ну, да, это же консерва, но они же, типа, должны, по идее, долго храниться, да? Ань, ну ты же знаешь, что эта банка стоит в холодильнике еще до того, она стояла в этом холодильнике до того, как вы уехали, а это больше года. Мне от одного вида уже плохо, я боюсь ее открывать, она стояла там где-то далеко, чтобы я до нее не докасалась. Да, обычно так все и происходит. Смотрите, видите вот эти вот белые штучки, которые плавают? Это плесень. Это огурцы бывшие, это уже их останки. А давай для начала попробуем на... Так, я не хочу это нюхать. Саня, давай, инспекция. Тут адская вонь и там вот адская что-то. Плесень. Там мутное все. Так, короче, я камеру на штатив. Я камеру ставлю на штатив. А вы как-нибудь сами, хорошо? Девчонки, вот вам вилочки специальные. Спасибо. Все. Так, я на безопасное расстояние отхожу. Так. Давайте. Так, готовы? Давай. Раз, уже. Раз, два, три. Я взяла. А он один. Как один, два, их там.
второй никак не пойму. Скользкий, зараза! Подожди! Он не скользкий, он просто уже размяк. Фу, какая на нем плесень! Покажи. Давай закрытыми глазами, да раз, два, три. Давай, раз, два, три. Я не хочу больше это повторять. Я тоже. Тогда не нужно говорить это слово. Так, давай, что там? Расчесочка для дивана, это бритва для дивана, я бы так сказала. А, слушай, для ковра. Это типа от катышек и от шерсти. Ксюш, ну тебе тоже подойдет. А не у тебя, надо. Кстати, есть собака, да. И вот это очень удобно. Ну, типа, Чили не линяет, а Арни очень как линяет. Смотрите, какие штуки тут роняют. Ням-ням-ням-ням-ням. У него еще глазки, посмотри. Да, глазки вообще очарование. Ой, это стекло. Это пластик. Пластик? Да, пластик. Я съем тебя. Это Саша в буханке. Это Саша в буханке. А вот это... Есть все, что попадется. Просто все, буханка, это ням, все. Ням-ням-ням-ням. Блин, мне вот глазки на самом деле вообще меняют картину, согласитесь? Ну, если... Да, он тут такой агрессивный. Да, с глазками милаш. Такой... Ой, сейчас лопнет. Нет, укулеле-то за что? Все струны полетели. Окулели, окулели. Укулели. А это правда, что, короче, вот что. Я, у меня такого никогда не. Вот просто лирическое отступление. Вот правда, чтобы типа лучше видеть, нужно сделать вот так вот. Ну, конечно. Это реально так работает. У меня плохое зрение, конечно, ты сужаешь себе диоптрии. Фу. Настраиваешь такое. Так, 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 там написано: подпишись на канал. А реально, кстати, вкусно. Прямо сейчас. Вот двумя глазами смотрю. Да. Прям подпишись на канал. Да, да. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Ань, там кажется еще что-то написано. Ведь на 6 миллионов мы запишем песню и снимем клип. Реально? Да! Да, поэтому прямо сейчас подписывайтесь. Итак, смотрим следующее видео. Это что-то с деревом, похоже на сыр. Ого, это реально дерево? Как он так... Подожди, а ты представляешь, насколько острая ну эта штука? Ну вот да, я что-то не пойму. Это он так выгребает? Он реально, он выскребает как сыр. Или это кокос? Да нет, это не, прям не, пенек. Это пенек. Офигеть, у него там острое. Ты посмотри, он же, это... Это даже... Кусочек, как будто кусочек сыра. Это даже, блин, не слой, это типа, это, что такое? Деревяшка? Это, то есть, настолько тонкий слой дерева. Я ни разу такого не видела. Блин. Ну, стружка, это, ну, как бы, стружку ты видел. Да. Ну, кстати, крупняком-то ты не видел, как это я видела. Обалдеть, это так залипательно. Ну вот смотри, допустим, вот тут вот какой-то парень, и он что-то пытается сделать круг. Вокруг. Это не бетон, а как это называется? Или это бетон? Цемент. Цемент. Цемент, бетон. А, это, короче, это люк же. Да-да-да, похоже. Уф. Это по-умному, в принципе-то. О! Нерц, это, короче, очень классные конфетки. Мне их мама по. Что с ними? А почему их раздуло? Я знаю, что это такое. Это, знаешь, короче, как это называется, сублимированный, типа, как-то, короче, знаешь, вот клубнику, ее замораживают и сушат одновременно. Ну. Вот это такая же штука. Только сделали это с конфетами. Это, кстати, не-не-не, типа... Это невкусно выглядит. А, не, вот очень многие говорят, что вкусно получается. Вот смотри, какая замечательно белая ящерица. Что это такое? Сюпельки. Нет, это линька. Это сопельки. Это линька. Это козявки. Это линька. У белой игуаны козявки. У белой игуаны случилась линька. О, это очень было неприятно. О, баскетбольный мяч. Что она делает? Я думала, это не вручную делается, а как бы, ну, типа на автомате. Ого. Она реально это делает сама? Да. Причем, посмотри, как рука набита. Ну, типа, да, как это ровно выходит. О-о-о. А это так делают перчатки? Сегодня в белом танце кружимся. Офигеть. Обалдеть. Сколько струек. А я видела, что их окунают вот в эту резиновую субстанцию. Обалдеть. Вау, как ровно. Как это сделал? Это ты штамп. Посмотри, это штамп на ролике. Это обои. Нет, это штамп. Это в краску? Это как печать. А, точно. Ну да. Ну логично, уже на улице какие обои. Аня, можешь не стараться переводить тему. Ты сказала... Вот тебе шапка, выбирай задание. От вас не отвертишься. Ну в то, скажи. Просидеть с расширителем для рта целый раунд. Превосходно. Эта штука не влезает мне в рот. Влезает, проверяли уже. А я той стороной это записываю? Да, да. А, держите. Ага, я предлагаю сразу приготовить салфеточки.
Не надо, я сосу так. Да погнали, че сидим-то? Ну дай поглумиться-то хоть на тобой. А я же голову треснул. Так, ладно, давай, вот это, да, следующий? Ну ладно, все, давай. Так, машинка у нас тут приехала, Тойота, все, смотрим на Тойоту. Грязная Тойота. Что это было? Это что? Что это было? Мне кажется, никто из нас не будет ничего говорить, потому что мы будем чисто ржать над этим. Потрясающее задание. Мне нравится. Что ты можешь сказать по этому поводу? Аня, все, снимай эту штуку. И так невозможно сидеть. О, спасибо. Жизнь меня растянула. Ой, жизнь. Да. Господи, я так давно не плакала от смеха. Я наслюнявила. Слюнявчик надо. Сейчас тормози, у меня сейчас тушь стрелки потекут. Кошмар какой. Так, ладно, ну там, короче, за то время, что мы ржали, там вымыли машину. Вы бы видели, как Саню корежило за камерой, он просто пытался не заржать. Смотри, какие здесь губы, вот лучше на это посмотри. Ты бы так смогла? Это что вообще так наделали? Похоже на ракушку, но как это вот как? Это вот, как это, бы... это как вообще это, делать-то? Ну, типа... Это либо бальзам для губ какой-то овергустой, типа, который даже не ну, стекает. Вот, да, типа, как он так держит форму. Либо это, короче, знаешь, ну, единственное, что я могу придумать, это типа желатиновые такие капельки, их наклеили на губы и сверху бальзамом для губ, ну, типа... Нет, у нее губы такие! Да, от рождения. Это Ариэль, у нее губы в виде ракушки. Что это такое? Водичка. Они тоже решили помыть машину? Да. Что это? Это трактор, это ковш, ты посмотри. Ну как так близко, я бы так сказала. Это что? Это какой-то способ помыть машину очень странный. Офигеть. Давай уже смотреть следующий видос. Ага. Ого. Что это такое? Это лего? Это же этот Арагог. Да? Подожди, это из лего? Да. Офигеть, какой он огромный. Подожди, это еще раз, это все из лего сделано? Да, да, это, наверное, Леголенд. Вот эта вот штука, смотри, они все фигурки из лего. И динозавр, точнее, крокодил. Леголенд такой да, существует? Да, да, да. Офигеть, я резала. Да, там даже есть гостиница, которая вся-вся-вся из лего. Это... Это... Оно шевелится, мамочки. Че? Вот и ты, я тоже не пойму, что это. Фу, подожди. Червь? Бургер? Сейчас, что? Подожди, он там какой-то текст. Ну-ка. Это выпало из моего бургера. Я подумала, что это майонез, пока оно не начало двигаться. Да ну нафиг. Что это такое? Откуда это выпало? Почему оно так шевелится? Это реально похоже на червя какого-то. Я больше не буду есть бургеры. Это бычий цепень, наверное. Только детеныш. Это китайский мишка. Китайский зоопарк. А почему он стоит прям? Ой, Саш. Он прямо стоит. Он на Сашу похож. Да вот я и говорю. Смотри. Он реально, он прям, он как человек стоит. Обалдеть. Сломанная ступня, нога. Ноги. О боже, что это такое? Не поняла. Это, подожди, это слой чего-то на чем-то. Он это ломал себе ноги. Нет, это не ноги, смотри, это не ноги. Как не ноги, если это ноги? Это типа, вот смотри, видишь? Но это пятки. Это не пятки. Ну, пятки вот. Сзади, пятки. Вот, видишь, здесь обувь остается. Это, короче, что-то, короче, налипло. Давай, смотри, что там дальше. How to make the best airplane. Чего? Серьезно, что ли? Просто, ну, это же, типа, просто кружочек. Нам нужно будет это повторить как-нибудь. Да ладно. В смысле, подожди. Ну, прям кружочек, что ли? Ну, типа, просто кружочек. Да это не кружочек, это ну, туалетной типа... бумаги, тубус. Нет, это лист А4. Смотри. Это лист А4 он складывает. Что?
что? Ну, типа, ну, это же просто, это же не тубус. Вот так вот это запускаешь? Да нет, не может быть так. Ну, это типа, это тубус называется, кольцо? Это, ну, это просто типа круг, и все. Цилиндр. Ну, да, вот, цилиндр, да. Какой кошмар! А, это у меня, кстати, такая тоже фигня бывает, но не от туши, а от подводки. Если подводка, ну, так себе, такая штука реально остается, да. Это вообще не больно, это больше щекотно. Реально, да, такое реально есть. О, пазлы! Как красиво! Ой, это представляешь, сколько это долго? Это. О, да, вот эти черные подбирать. Черные все одинаковые. Вообще одинаково. Обалдеть! Блин, я, кстати, очень долго не собирала пазлы. Я тоже, я причем это люблю, мне всегда хватает терпения это сделать. Ну, просто вот эти черные. Просто черный, да. Обалдеть! Динозаврик? Да. А как называется этот динозавр? Диплодок? Коля бы сейчас сказал Велоцираптор. Мне кажется, это правильный ответ. А вот, ты попробуй с ним поспорь еще как-то. А вот ты никогда не задумывалась, типа, как придумывали название динозавров? А вот так вот. Ну, типа, вот, а как вообще придумали, ну, вот, почему вот это потолок? Раптор. Ра-раптор. Ра-раптор. Они... Раптор. Раптори. А это... Скульптура из песка. Да быть не может. Офигеть. Вот это, типа, это похлеще пазлов. Ну да, как бы там нужно терпение, потому что, ну... И вот не лень. Ну вот не, знаешь, ну по-любому же у него ломалось, типа. Ну по-любому. Ненавижу это все. Это как, знаешь, это как с доминошками или с карточными домиками. Так, дальше смотрим. А почему столько против... Боже мой, а это чего? Бабушка не мылась 3 года. Ну, посмотрим. Это же что? Это, вот, это для Ани, как для любителя, как бы, чистоты, в принципе, да? Вот я вот, ну, в принципе, я уже смотрю, мне уже плохо. Давай попробуем посмотреть. Ну, давай, все, погнали. Короче, это она вот так, это складывала это... рядом. Ты представляешь, это... какая там вонь? Это подгузники. Ну, в смысле, это... Это подгузники. Это туалетная нет там? Да, но это... Это что? Боже, какой кошмар. Слабо облизнуть такое. Боже, я уже как бы с сами никак расстаться не могу. Так. Кошмар. Так, ну вот. Не хочется ничего говорить, ты просто такой и все. Просто кошмар. Ксюша, посмотри, сколько набрало это видео. 101 миллион просмотров с половиной. А лайки? 7 миллионов. То есть 7 миллионам человек это понравилось? Нет, это да. А посмотрели 101 с половиной миллионов. И мы среди них. Ох. Ну, что я могу сказать? Очень интересно было, просмотров много, да. Прекрасное видео. Не, ну слушай, согласись, результат-то обалдеть. Результат? Налицо. Ну, а вам, ребята, как сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Удалось ли вам ни разу не сказать вау? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.